Добрый вечер, дорогие друзья. Мы все очень рады вас сегодня видеть. Сегодня очень интересное событие произойдет. Сегодня группа «Джазмобиль» превратится в группу «Машина времени». Шутка. На самом деле она просто превратится в «Машину времени». И мы все немножечко окажемся в местах и временах нашего детства. Вспомним, как это все было. Посмотрим на все это немножко по другим углом уже из сегодняшнего дня. Мы составили для вас очень интересную программу, абсолютно из разных музыкальных областей. Часто неожиданный выбор пьес был сделан. Поэтому мы начнем с песни, которая называется «Лететь» из репертуара группы «Омега». Bye.
Спасибо. Следующую песню написал Константин Никольский. Аранжировку сделала моя хорошая подруга, которая сейчас живет в Шанхае, очень талантливая пианистка Роксана Смирнова. Родом она из Одессы, там мы с ней познакомились. В общем, такое переплетение событий. Очень красивую аранжировку она сделала. А песня известная называется «Сон или снилось мне». Печали кончаются, люди одиноки.
Спасибо большое. Следующая песня будет из репертуара группы «Браво», которая, в общем, там было два периода у них золотых. Один с Сюткиным, а другой с Робертом Ленцем. На мое детство приходится тот, который с Робертом Ленцем. Там была такая синяя кассетка с каким-то отважным летчиком и моряком на обложке. Это как раз оттуда называется песня «Это за окном рассвет». Чем растут цветы, куда прячут утро 3000 звезд, не считая голубой луны. А откуда ветер носит облака, и как до солнца добраться налегке? Но если ты спросишь меня о любви, я не знаю, что сказать тебе. Это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, запущенный за собой. Это только ты и я, где-то на краю земли, а в стороне небеса воздушные жары. Я видела чудо, попав в такой дали, где даже
Сейчас мы коснемся просто святого. Угадайте, чего именно? Нет, я думаю, что автор следующей песни был действительно знаковым музыкантом для многих представителей нашего поколения. Это Виктор Цой. И мы сыграем, наверное, не самую известную песню, но очень классную, которая называется «Место для шага вперед». Аранжировку тоже сделала Оксана Смирнова. Thank you.
Спасибо. Честно говоря, вся эта затея, это было очень интересно для меня, как для аранжировщика, как для музыканта, потому что любой материал требует полного погружения. И это было очень интересно, заплыть на эти глубины музыкальные. Сейчас мы сыграем для вас песню, которую написал Максим Леонидов. Я заранее прошу прощения у Максима, мне пришлось немножечко переделать текст, чтобы он стал женским. Потому что это вообще огромная проблема — найти женскую песню. Все классные песни почему-то поются от лица мужчин. Я не знаю почему. Поэтому, Максим Леонидов, я прошу вас прощения. Песня называется «Проплывая над городом». Крайним ковром земли, там внизу вы и плыли.
спустился, как усталый осенний лист. Прямо на карниз утром ранним ты сказал мне: оттолкнись и летим со мной. Ты моей не забудь постучать в моё окно, не забудь постучать в моё окно. Спасибо большое. Сейчас смертельный номер. Но эта программа могла обойтись без легкого сумасшествия, потому что, в принципе, 90-е, они ассоциируются с таким легким сумасшествием. Но у меня лично, я не знаю, как у вас. Поэтому сейчас, внимание, мы сыграем песню группы «Блестящие». Да, да, вот. Да, называется она «Там, только там». Честно говоря, буквально вчера я принесла ее на репетицию, но очень хочется ее сыграть. Это сумасшествие, космос. «Там, только там». Я не думала, что мне когда-нибудь понравится группа «Блестящие». Где магнитные поля, где лиловая земля, я летаю. Там бьет глаза небесный свет, нереальный свет планет, я мечтаю. И я в малиновых очках вижу небо в облачках, загораю. И невозможно угадать, невозможно передать, что я знаю. Thank you.
Ну а сейчас мы сыграем для вас единственную песню из всей программы, которая менее всего пострадала от моих аранжировочных рук. Честно говоря, она, можно сказать, вообще не пострадала, потому что она была настолько близка нам, что мы решили практически ничего в ней не переделывать. Эта песня, внимание, «Кабаре Академии». Но вы никогда не подумайте, что это их песня, потому что это совсем не типичная для них песня. Честно говоря, с этой группой у меня связаны особые воспоминания, потому что, когда я ездила в пионерский лагерь, а там я проводила практически каждое лето, назывался он «Березка», и у нас был конкурс, назывался «Клип-пародия». И когда я была очень маленькая, наверное, в каком-то восьмом отряде, нам досталась группа «Кабаре Дуэт Академия», и я играла Лолиту. Так что сейчас сошлись просто все пазы. Вот через какое-то время все это воплотилось. Ну, мы споем ее, конечно, по-своему. Называется она «Не смотря, не смотри». Одинокая звезда в холодном небе ночью ко всем так равнодушна, и согреешься ее холодным светом. Только кажется, вчера я любви твоей не хотела больше слушать, а теперь уже жалею я об этом. Несмотря на то, что я очень несерьезно, измениться мне никогда не поздно. Не смотри на то, что я очень несерьезно. Несмотря на то, что я так непостоянно, все слова твои помню, как ни странно. Не смотри на то, что я так непостоянно. Мне, конечно, все равно, пусть говорят тебе, что я очень непослушна. Мне, конечно, все равно, но я не скрою, что боюсь я одного, а вдруг однажды стану совсем тебе не нужен, и уже не будем вместе мы с тобой. Несмотря на то, что я очень несерьезно, измениться мне никогда не поздно. Не смотри на то, что я очень несерьезно. Thank you.
очень несерьезно. Спасибо большое. Сейчас мы сыграем песню музыканта, который очень много для меня значит, для моего детства. Это один из любимых моих любимых музыкантов вот этого периода. Это Леонид Агутин. Я его до сих пор очень нежно люблю. И мы сыграем одну из самых близких мне по духу его песен. Называется она «Летний дождь». Thank you.
ветреную душу, словно лобную тетрадь, выйти из кино и махнуть по этим лужам, и не думать ни о чем. Песенная форма, она не располагает к супердлинным импровизациям. 10 песен сегодня мы сделали. Я думаю, что она еще будет дополняться и какой-то своей жизнью жить. Это такой, можно сказать, показ для мам и пап, как в театре. Предпремьера только для своих, все родные лица. И мы очень ценим каждого, кто пришел нас поддержать. И благодарим вас за доверие, за какое-то такое теплое внимание к нам, мы оценили. И закончим мы наше сегодняшнее выступление песней группы «Секрет», которую я тоже очень люблю. А, подождите, подождите! Нет, еще не закончим, еще две песни. Все. С математикой как было плохо, так и осталось. Вот, вот мой помощник сидит, Танечка Светлая, посмотрите на нее. Вот у нее я списывала математику. Она стала экономистом. Вот. Ну, каждому свое, понимаете? А сыграем мы, знаете, какую песню сейчас? Не секрет пока еще, не секрет. Секрет будет в конце. А сыграем мы песню, которую я слышала на каждом празднике в нашей семье. У нас всегда было принято петь. И кто-то обязательно играл на гитаре, на фортепиано. И вот эту песню я люблю очень с детских лет. Называется она «Ах, этот вечер». Thank you.
80-х годов, но немножечко, ну хотя 80-х-90-х, вот так обозначили. Называется она «Кеды». Я думаю, вы понимаете, что вот это не случайно. Если бы была возможность, это то, что я одевала бы на каждый концерт. Но вот сегодня ситуация располагает, и мы с Андрюшей теме. Итак. А, вы сын нашей, я извини, не разглядел. А, Женя тоже. Вот, Макс у нас один просто. Да. Да. Поэтому он и сыграет вступление. Thank you.
Шибин, Игнат Кравцов. Меня зовут Алина Ростовская, это была группа «Джаз Мобайл», которая на сегодня превратилась в какую-то другую группу. Спасибо большое вам, что пришли, разделили с нами этот новый этап. Я надеюсь, что эта программа будет жить какой-то своей жизнью, и мы все будем это наблюдать и радоваться. Спасибо вам огромное. Всего самого доброго. А, забыла самое главное сказать. Чтобы погрузиться в ностальжию, уж совсем, совсем заплыть глубоко, мы приготовили вас маленький сюрприз. Он ждет вас вот там вот, на вот том волшебном столике на выходе. Там лежат волшебные яблоки, это раз. Ну, про яблоки я вам говорила. Они из нашей дачи. Да, это раз. А второй момент — это Love Is. Чтобы каждый с собой внес немножко 90-х. Спасибо вам огромное. Нам было очень приятно и радостно для вас сегодня сыграть эту музыку. И мы просто получили большое удовольствие. Спасибо!